Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Brick Ritz. Сегодня мы с вами в горных краях на гоночной трассе. Именно здесь мы будем проводить тест различного воздушного транспорта. И начнем мы с тестирования вот такого вот полицейского вертолета. На самом деле, первый опыт полета на стандартном грузовом вертолете был, мягко говоря, не очень удачный. Но посмотрим сейчас на вертолет из воркшопа. Возможно, он действует немножко, ведет себя получше, его не будет клонить в разные стороны, и он будет легко управляем. Ну, не знаю, давайте сейчас посмотрим. Ну, первое, что мне не нравится, это конструкция шасси. Мне кажется, что в первую очередь развалится шасси. Так, ну ладно. Переходим в режим полета и постепенно поднимаемся в воздух. Ну, сейчас посмотрим, как он себя будет вести. Так, аккуратненько поднимаемся. Ну да, его тоже клонит, не пойми куда, я пытаюсь выровнять. Так, ну вроде более-менее выровнял. Давайте хоть немножко, хотя бы километр пролетим. Так, ну вроде нормально, чуть-чуть повыше. Все равно как-то странно чувствуются здесь вертолеты. Возможно, просто неудачная конструкция. Такое ощущение, что неправильно вес распределен. Так, ну вроде, смотрите, взлетел. Вот что сейчас происходит, твою мать? Ё-моё, вы посмотрите, какие трюки происходят. Давайте замедленную съемочку. И наш вертолет делает вот такую вот красоту. Отваливаются винты. Но, кстати, смотрите, он не разбивается в хлам или все-таки разобьется. Помешал заборчик. Подлетел еще немного вертолет. Смотрите, все вращается, кстати. Возможно, мы даже пролетим какое-то расстояние. Красота, красота. Смотрите, кверх ногами летим. И все. Ну, теперь точно последнее приземление. В хлам просто разбивается наш вертолет. А мы тем временем возвращаемся в гараж. Давайте посмотрим, есть ли у нас еще какие-нибудь вертолеты, помимо этого полицейского. Так, полицейский вот здесь у нас в конце. Есть самолеты, есть даже ракеты какие-то. Так, самолет. Вот еще вертолет, смотрите. Давайте сейчас его, наверное, затестим. Так, и вот еще Боинг, смотрите, у нас есть. Так, ну вот это уже интересно. Давайте возьмем Боинг. Смотрите, какой огромный. Спавним его. Сюда хоть поместится? Да, помещается. Так, и первым делом мы выйдем и внимательно его изучим, осмотрим. Сзади у нас расположен входной-выходной отсек. Сюда мы можем забраться. Вот, смотрите, здесь опять этот насос. И, собственно, все. Больше здесь ничего интересного нету. Так, вылезаем. Давайте попробуем закрыть. Вот таким вот образом все это закрывается. Немножко, конечно, переборщил, так что нужно, наверное, сделать как-нибудь вот так, а то уже вертолет начинает плющить. Так, ну ничего, вроде не отвалилось. Я надеюсь. Или нет, винт отвалился. Просто шикарно. Ладно, друзья, давайте тогда залезем и зареспавним сейчас. Или починим. Давайте починим наш вертолет. Будет попроще, хотя без разницы. Блин, и... По-моему, я выхожу, и что-то разваливается. Да, и винт отваливается. Так, хорошо, хорошо, давайте вернемся обратно. Починим вертолет. Не будем выходить. Отсюда я смогу закрыть? Не похоже, на самом деле, друзья. Или смогу? Смогу, смогу, да? Хера не видно. Да, смогу закрыть этот задний отсек. Давайте вот так его подрегулируем. Включаем режим полета. Так, ну и пробуем взлететь. Так, на этот раз нас клонят совершенно в другую сторону, назад. Но слушайте, этот вертолет ведет себя более уверенно. Его не раскачивает в разные стороны. Да, и мне кажется, я даже справлюсь с управлением. Давайте, кстати, хотела сказать, попробуем от первого лица полетать. Но здесь какой-то странный вид. Ну, хотя нормально. Хотя нормально. Свободный такой вид. Да, слушайте, на этом вертолете можно спокойно уже летать. Куда вам нужно? Давайте даже ради интереса попробуем приземлиться куда-нибудь. Посмотрим, отвалится ли шасси. Ну, можно куда-нибудь прямо вот сюда, вот на газончик. Так, давайте медленно будем опускаться, постепенно выравнивая наш вертолет. Так, опускаемся. Тихо-тихо-тихо-тихо, я случайно вышел из режима полета. Так, ну нормально, смотрите, даже в такой ситуации я смог выровнять наш вертолет. Так, и потихонечку мы приземляемся. Мне кажется, сейчас все получится. Блин, забор, 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 друзья, так что
Немножко мы смещаемся еще назад. Так, здесь забора нету. И аккуратно мы... Давайте даже с замедленной съемочкой приземляемся. Ну, как-то... Как-то вот так вот. Ну да, смотрите, не очень, конечно, получилось, но зато шасси не отвалились. Винты на месте, все на месте. Так что этот вертолет спокойно можно поднять, во-первых, в воздух, во-вторых, нормально полетать на нем, и в-третьих, спокойно его без всяких происшествий приземлить. Давайте, кстати, посмотрим на его функции. Может, у него есть какие-нибудь еще функции, например, сирены? Нет, никаких нет. Впереди огни. Ну и, собственно, это, похоже, все его функции. Ну, конечно же, у него есть крюк внизу, есть насос. И вот теперь точно все. Ну, слушайте, мне понравился вертолет. Во-первых, он выглядит классно внешне. И, во-вторых, он себя отлично показывает в полете. Так что, окей, оставляем его здесь, наверное. Возвращаемся в гараж и посмотрим, у нас там был еще какой-то вертолет. Давайте посмотрим на вертолет, который у нас остался. У него есть хоть что-нибудь внутри? Вот такая вот у него интересная разноцветная панель, и все. И пустота. Ну, этот вертолет, конечно, попроще сделан. Давайте посмотрим, как он себя поведет в воздухе. Да, у него все гораздо проще сделано. Давайте сразу тогда без лишних слов взлетаем. Так, ну-ка. Ну, вы сами видите, как начинается наш полет. Опять выравниваемся. Ну, терпимо, терпимо, но предыдущий вертолет явно был получше. Так, ну зато смотрите, здесь какой вид от первого лица. Ну, тоже нормально, тоже сносно. Смотрите, управлять можно. Управляется отлично. Немножко хуже, немножко по ощущениям лично моим. Хуже, а так нормально. Давайте куда-нибудь просто впилимся. Не будем его уже сажать. Просто вот так вот впиливаемся в землю. Ну и, кстати, он относительно целый остался. Ну-ка, немножко прокатился здесь, винты поотваливались. А все в остальном в целости и сохранности. Вот еще какая-то деталька отвалилась. Шасси даже, смотрите, целые. Ну а мы снова возвращаемся в гараж и давайте протестируем уже какой-нибудь самолет. Даже попробуем сделать, например, обратную мертвую петлю. Вот, смотрите, какой-то частный самолет есть у нас. Так, ну слушайте, он довольно массивный. Так, давайте его заспавним. Даже предупреждение тут есть. Так, окей. Видимо, сейчас будет подлагивать немножко. Возможно, проседать FPS. Да, 13 FPS, друзья. 14-13 FPS. Так что не знаю, стоит ли вообще взлетать на такой громадине. Так, давайте попробуем выйти. Ну, вы сами все видите. Очень сильные просадки. Так, мы сможем зайти внутрь. Так, смотрите, открывается вот такой вот отсек. Мы спокойно можем залезть внутрь, и здесь очень все красиво сделано. Тут, смотрите, есть монитор или же телевизор. Есть даже какие-то кухонные принадлежности, судя по всему. Стаканчики, тарелочки. Это что, что-то похожее на шкаф какой-то гигантский. Куча здесь мест пассажирских, можно присесть на любое из них. И есть, конечно же, места под пилотов. Так, окей, залезаем на место пилота. Ну, ладно, 14 FPS, конечно, это не очень хорошо, но давайте все-таки попробуем. Попробуем поднять эту махину в воздух. Ну, дело в том, что я сейчас напрямую даже развернуться не смогу, наверное. Так, аккуратненько давайте, чтобы ничего не отвалилось. Так, тормозим. Смотрите, какие маленькие шасси. А, блин, слушайте, я дверь-то не закрыл. Как они подпрыгивают. Так, давайте прямо отсюда попробуем дверь закрыть. Так, потихонечку. Отлично. Так, и пытаемся выехать на трассу, чтобы в итоге нормально взлететь. Пока нормально, кстати, получается на самом деле. Так, ну FPS, единственная проблема, да, это не радует FPS. Возможно, нужно понизить графические настройки, чтобы при управлении таким самолетом FPS не падал. Так, ну а мы выехали нормально. Мне кажется, мы сможем поднять его в воздух, так что переключаемся. Переключаемся в режим полета. Так, и пытаемся, давайте даже от первого лица, пытаемся поднять как-то воздух. Поднимаем, поднимаем. Отлично, тихо, тихо, тихо. Так,
Ну-ка, что там происходит? Да, смотрите, мы поднимаем его в воздух. Слушайте, неплохо, неплохо. Выглядит отлично. Просто 10 из 10. Внимание к деталям, но, конечно, чересчур большое количество этих самых деталей. Нам даже выдали предупреждение. Из-за этого, видимо, FPS и проседает. Да, вот так вот мы взлетаем и наслаждаемся полетом, друзья. Ну, мы уже, наверное, пробовать делать обратную петлю не будем, потому что это очень долго с 15 FPS. Но можем просто резко вот так вот сделать и расхерачить этот гигантский самолет. Так, ну-ка, выключаем двигатели и впиливаемся в землю. Сейчас, возможно, вообще игра зависнет или вылетит. Что-нибудь такое произойдет. И чпоньк, аккуратненько носиком ударились. Он слегка разлетелся, и на самом деле это все очень прочный самолет. Возможно, мне надо было как-то его перевернуть вверх тормашками. Да, смотрите, это даже можно назвать мягкой посадочкой. Спокойно приземлились, и все в рабочем состоянии. То есть мы через несколько минут отдыха можем снова поднять этот самолет в воздух. Ладно, давайте возьмем самолет какой-нибудь поменьше. Вот, например, вот такой вот. Так, сразу его спавним. Да, смотрите, он совсем маленький. Возможно, мы сейчас сможем с вами сделать обратную петлю. Так, но он очень сильно покачивается. Давайте выезжаем аккуратненько. Так, тихо, тихо, тихо. Главное, крыло сейчас не сломать. В принципе, нормально выехали, смотрите. Отлично. Так, теперь переключаемся в режим полета. Резко взлетаем. Так, отлично, друзья. Так, ну, какой-то он резкий, честно говоря. Ё-моё, как его колбасит. Блин, вы только посмотрите. Ну, уже отсюда, мне кажется, можно сделать обратную мертвую петлю. Давайте попробуем. Так, поехали. Да, отлично, смотрите. Просто замечательно. С легкостью мы делаем обратную мертвую петлю. Колбасит, конечно, наш самолет. Но, тем не менее, мы можем летать. И особое управление не теряем. Контроль, соответственно, над самолетом. Так, нормально, нормально. Давайте вот на такой вот высоте сейчас попробуем сделать обратную мертвую петлю. Прямо вот здесь вот. Так, погодите. Почему двигатели перестали работать? Все, что ли, топливо кончилось? Здесь, в этой игре, может закончиться топливо? Но, тем не менее, смотрите, обратная мертвая петля практически получилась. Или даже получилась. Так, ну все. Сейчас приземление будет, друзья. Минус крыло. Ё-моё, вот это я понимаю. Он рассыпался. И смотрите, какой-то маленький взрыв произошел. Остался в центре. И вот все, что осталось от нашего самолета. Да уж, ну на самом деле было внезапно, что отказали двигатели ни с того ни с сего. Так, ладно, восстанавливаемся в гараже. Убираем, наверное, все-таки этот самолет. И давайте попробуем еще напоследок какую-нибудь ракету запустить. У нас там были какие-то ракеты. Есть также шаттл. Вот он. Но давайте возьмем и попробуем запустить вот такой вот небольшую ракету, смотрите. Мы отлично уселись. Отличный вид, наверное, от первого лица, да. И сейчас, друзья, отправимся с вами в космос. Я, на самом деле, правда, не знаю, как все работает. Явно не так. По-моему, нужно отцепить сначала. Так, восстанавливаемся обратно. Давайте тогда выйдем, посмотрим, как работает этот механизм вообще. Так, ну, допустим. Я, кажется, уже понял, да. Ну-ка. Смотрите, отправляем ракету. Так, сейчас попробуем теперь усесться на эту ракету. Ну, на самом деле ее разворачивает, и сейчас она расхерачится об землю. Или просто исчезла, смотрите. Растворилась в облаках, вот такие вот дела. Так, окей. Давайте, блин, теперь я эту конструкцию убрать не смогу. Давайте резетнем тогда карту. Сейчас попробуем усесться. Так, перемещаемся вот сюда вот. Заходим в гараж, снова выбираем нашу ракету. Теперь я понял, как это работает. И мы делаем вот так, друзья. И взлетаем, полетели. Давайте камеру вот такой вот от первого лица. Летим, друзья, летим в космос. А я могу, кстати, ей вообще хоть как-нибудь управлять? Не похоже на это, на самом деле, и зря я это сделал. Так, немножко мы развернулись.
Так, нормально. По-моему, ударились об край карты. Делаем сальтухи. Вот такие вот замечательные. И продолжаем, кстати, лететь, между прочим. Смотрите, какой отсюда красивый вид. Открывается. Можно вот так вот полетать. Надеюсь, вас не стошнит. Ладно, все, не буду вас мучить. По-моему, мы здесь можем продержаться, ну, полчаса, наверное, а может даже и час. Или бесконечно. Пока, опять же, топливо не закончится. Такое ощущение, что ракета вообще горит. Так, нормально. Ладно, друзья, давайте, наверное, приземляться. Просто делаем вот так вот. Продолжаем мы вращаться. Вращаемся, вращаемся. И очень медленно и долго теперь будем падать на землю. Ну и, в конце концов, я думаю, ракета развалится. Хотя, давайте спрыгнем просто. Спрыгиваем, друзья. Нет у нас парашюта. А где ракета? Я что-то не понял. А куда пропала ракета? Передвигаем своими ногами, бежим по воздуху. Ракета испарилась опять, по всей видимости. И мы сейчас с вами приземлимся. Жалко, кстати, что парашюта нет в игре. Могли бы на самом деле завести парашют. Ну и карта, конечно, странная. То есть, по сути, вот этот отрезок карты, это плита неравномерная, расположена над более обширной территорией, а точнее, скорее всего, текстурой. То есть этот кусок земли просто висит над другим куском земли. И мягкая посадочка, друзья. Отлично, даже вывиха никакого нету. И мы бежим, продолжаем свои приключения. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.